¿Qué decís? Ответь, пожалуйста. Что скажешь? Я очень благодарна тебе, но... Я тебе не подхожу, да? Это неправда, Руди. Ты очень хороший человек. Но тогда что? Однажды ты встретишь девушку своей мечты. И что ты тогда сделаешь, если будешь женат на мне? Разведусь. Ты такой несерьезный. Да, я несерьезный. Но именно такой тебе и нужен, чтобы воспитывать твоего ребенка так, как ты этого захочешь. Да. Палома, скажи «да». Скажи мне «да». И ты не пожалеешь. Пойдем-ка вниз. Я хочу выпить кофе. А мне надо выпить две чашки. Боюсь, что так и не усну этой ночью. Болтун! Твоей ненависти. Разреши? Чашечку вам. Спасибо. Чашечку вам. Не хотите ли еще чего-нибудь? Поесть, например? Нет? Мими, почему бы тебе не заняться своими делами? Прямо сейчас. Да-да, я пойду полить магнолии. Спокойной ночи, Мими. Спокойной ночи. Она неисправима. Забудь о ней. Мими? Мими. А? Уже иду, иду. Я настаиваю на моем предложении. Руди, я не могу его принять. Я не могу выйти за тебя замуж. Это было бы нечестно. Ты же знаешь, я тебя не люблю. Так же, как и того цыгана. И это другое. Он отец моего ребенка. Нравится тебе это или нет? Стева, отец. Даже ты пойдешь к врачу? Я тоже хотела бы это знать. Пожалуйста, не давите на меня. Я иду к врачу завтра. Ну, наконец-то. Нам это дорого досталось. Где ты была, бабушка? Была у Нормы. Поговорили о многом. Да? Она выгнала меня. Как выгнала? Что произошло? Ты простишь нас, Руди? Я хочу поговорить. Конечно. Она же еще не моя. Скажи, почему разозлилась моя сестра? И заплатит за все, что мне сделал. Он думает, что я идиотка. Что я верю, что только мы пользуемся этой спальней. Эвелия, какая ты элегантная. Я иду с Руди. Простите, сеньора Хильда, сеньорита Палома нет в ее комнате. Как это нет? Добрый день, Руди. Тетя, прекрасно выглядишь. Я тоже говорю. Я рада, что тебе нравится. Ну, идем. Куда это идем? Куда? Да-да, я иду с тобой к врачу. Не хочу, чтобы ты потерялся по дороге. Тетя, я уже не маленький. Поскольку ты взрослый, то тем более я пойду с тобой, чтобы ничего не случилось. Я пойду с тобой, нравится тебе это или нет. Иди, иди, у тебя нет другого выхода. Вы правы. Пошли. Удачи. До свидания. До свидания. А видео? Да. К вашему услугам.
Mimi, por favor. No, es muy urgente. Sí, claro que es muy urgente. Si no. Llama a Paloma, decirle que necesito hablar con ella. No. Por favor, te lo pido. Bueno, mujer. Pero no. Voy a hacer nada hasta que ella llegue, porque no voy a andar haciendo señales de humo. ¿A dónde pensás ir que estás tan apurado? ¿Por qué no tomas algo calentito que te va a hacer no, bien? No, tía, me tengo que ir rápido, pero estoy apuradísimo. No, no, no. Me tengo que ganar la vida, chao. Julián, ¿pero qué haces por acá? Ay, mira, la verdad no lo sé. Fui desatenta con vos, ¿eh? Todavía no te felicité por tu hijo. Ah, ya lo sabes. Sí, bueno, esas cosas se saben, ¿no? Ojalá sean muy felices los tres, porque Norma es una linda chica. Ah, ¿estás hablando de Norma? Por supuesto, ¿de quién más? No, claro, lo que veo es que no... Que vos no lo sabes. Muy urgente. Norma perdió el bebito. No me digas, pobrecita, sí, no... No sabes cuánto lo lamento. Perdón. Julián, no te sientas mal, ¿eh? Ya van a tener oportunidad cuando se case. Sí, claro. ¿Por casualidad no la viste a Hilda? No, no, justamente la estaba buscando. Voy a ver si está en la glorieta, ¿sí? Bueno, decile que la estoy buscando. Sí. Ay, pero qué casualidad. Recién estaba hablando con tu hermano. ¿Cómo estás? Peor de lo que quisiera. ¿Y vos? Muy preocupada. Pero qué tonta soy. Vos sos psiquiatra. Y como médico me podés contestar una pregunta. Sí, la que quieres, Emilia, claro. ¿Qué significa tener el mediastino agrandado?